Вниманию. Юка Кавагуча, Александр Смирнов настолько в прошлом году поразили зрителей, что в этом все ждут от них только большего и большего. И вот, тем не менее, специалисты отмечают некоторые помарки. Да, вот сегодня что случилось с вращением у вас, Александр? Вот на данный момент сейчас я не могу объяснить, потому что вот буквально это случилось минуту назад. Допустил ошибку, вот никак не могу избавиться. Весь сезон преследует какая-нибудь маленькая помарка в короткой программе. Ну, а вот эти маленькие помарки мы можем объяснить только сложностью элементов. На таких сложных элементах практически все, у кого у всех бывают ошибки, мы не исключение. А с травмой это никак не связано? Ведь я знаю, что Юка, у вас была травма, да? Может быть, из-за этого какие-то сложности возникают? Травма-то это когда 2006 года, поэтому это уже не касается. Нет, я здоровая. А каждая пара выбирает себе некий определенный образ. Вот вы себе уже придумали что-то такое, чувствуете. Вот кто-то может быть лиричным, да, кто-то друзья на льду, кто-то смешные. А вы? Мы пробуем, мы еще не определились, мы пробуем. Это доказывает наша первая короткая программа в этом году, это Сертаки. Вот. Мы пробуем быть смешными, лиричными, влюбленными. Все может сделать. Так что еще, ну не знаю. Юка, ну а вот вам какой образ ближе всего пока? Пока. Классический, лирический, наверное. Но я не знаю, я люблю веселенькое тоже, как Сертаки. Что? Спасибо большое, поздравляю вас. Ну что ж, мы желаем Юке Кавагуче и Саше Смирновой.